Сегодня рано утром, дорогие наши друзья, нам сообщает один из российских телеграм-каналов о том, что буквально час назад в небольшой аварии в центре Москвы сильно пострадал российский телеведущий Влад Гадони. На данный момент он находится в больнице, где ему оказывают всяческую помощь. Как оказалось, в аварию он попал на своем личном автомобиле. Информации пока очень мало, друзья. Мы следим за развитием событий, как только что-то уяснится и станет более яснее, мы сразу же об этом расскажем на своем канале. Сейчас ни друзья, ни знакомые Влада Гадони ничего не хотят об этом говорить, ссылаясь на то, якобы они ничего об этом не знают. Эта новость очень быстро распространяется по всему интернету. Давайте в любом случае поддержим Влада Гадони. Будем надеяться, что с ним все будет хорошо и с его здоровьем ничего больше не случится. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш YouTube-канал. Следите за нашими выпусками, которые выходят на нашем YouTube-канале каждый день. Теперь мы с вами не прощаемся. Мы лишь говорим вам до скорой встречи, дорогие наши друзья, на нашем YouTube-канале.